Друзья, всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале. Короче, у меня за последние 2 или 3 дня погибли все огурцы. Ну, не все. Из 10. Вот осталось 4 тут. Ну, можно сказать, 2. И здесь это тоже сейчас, скорее всего, выкину. Сейчас расскажу, в чем фишка. Вон, огурцы уже такие длинные, большие стали, да? Здесь то же самое. Сейчас покажу. Вон. Нормальные огурцы. Вот здесь. Вот. Тоже он. В чем суть? Сейчас лучше отсюда покажу. Видите, что опять творится у меня с прудом? А все почему? Потому что я делал эксперимент, я аэратор отсюда убрал, где биозагрузка, и кинул сюда. Думал, что здесь будет максимально насыщаться вода, засасываться насосом, и там будет биозагрузка, как, ну, такая, как сказать, неподвижная, где будут анаэробные процессы происходить. Но в итоге у меня вода стала ухудшаться здесь. Где биозагрузка, она, видать, начала там гнилостные процессы идти, да, она начала не вытягивать. Что же вываливается? Сейчас. Да, сейчас только что увидел, надо поправить ситуацию. Вот. Собственно, здесь, наверное, гнилостный процесс начали происходить, по трубе начали идти, забивать корни. Это я уже потом уже понял, то что начал забивать корни, и, соответственно, начали, ну, начала уже переливаться через дырки из-за того, что забивается там всякой грязью, слизью. Когда я начал вытаскивать вот эти огурцы, прямо они черные, как колбаса, эти корни у них, и на них слизь, грязь, то есть все, что есть, гадость на них нарастала, начали корни гнить. А гнить еще я почему подумал, начали, потому что им для питания нужен еще кислород, да, в воде, чтобы был, либо в почве, когда растут, поэтому нужно рыхлую почву делать. А здесь у нас, получается, анаэробные процессы шли, им не нужен кислород. Вот. И получается, она не насыщена кислородом, уже шла к растениям. Вон у меня эти перчики чуть-чуть подвяли, это помидоры тоже не очень. А вот, допустим, в горшке, да, я его каждый день объедаю, мы на этот, это базилик, каждый день его объедаем по листику вот такому вот, вот так подходим, я 3 листика съедаю, еще плюс на еду берем, вот, все нормально. Земляника тоже, все нормально растет, там, не знаю, мята тоже, вот, в земле тоже вот растут. Все нормально. Потому что поливаем этой водой. Ну, то есть я поливаю этой водой, которая из пруда, и очень хорошо. Вон фикус как. Вон он аж лаковый. Как будто его отполировали. Вон как растет. Поэтому вода-то, она насыщенная, она хорошая для роста растений. А вот из-за того, что я вот эту ошибку допустил, соответственно, у меня погибли растения. Очень печально. Поеду сейчас, куплю семена корнишонов, проращу и надеюсь, в этом году соберу урожай. Ну вот, так что такие дела. Рыбке нравится, с кормушки есть. Очень быстро выедает, сколько надо. И на дне тусуется. Вот, так что у меня такие вот новости для вас. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии и увидимся в новых видео. Всем пока!